Команда Gridin Gym – это одна из сильнейших команд не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. Я Вавренюк Алексей. В спорте я уже около 12 лет. Занимаюсь в клубе Маханьков Gym. Тренер мой Константин Михайлович Маханьков. Мои тренировки каждый день проходят, кроме воскресенья. За две недели перед боем это уже получается две тренировки в день проходят у меня. Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Некоторые дни проходят по две тренировки. Особенно перед подготовкой я тренируюсь каждый день по две тренировки. Жора Копян еще очень молодой, но крайне перспективный боец. Всегда говорю, что, ребята, давайте постараемся быть хорошими людьми, а потом уже станем высококлассными боксерами. Вот. Вот у Жоры это в природе. Все у него хорошо, он прошел два сбора, после которых также держал себя в форме, и все отлично, я думаю, он готов на все 100. Жора хороший боец, хороший человек, вот, и тем интереснее будет их противостояние. Достаточно опытные, как и на любительском, так и на профессиональном ринге, поэтому нас ждет очень интересный, захватывающий бой. Сейчас, наверное, родители привыкли к этому, постоянно болеют за меня, постоянно со мной. Мама, конечно же, против, но все равно она смотрит бои, иногда поддерживает меня, но против. В принципе, к этому бою я готов. Не сказал бы, что я готовился к нему 3-2 дня. К этому бою я, в принципе, шел больше 10 лет. Я буду делать все, что от меня зависит, и все, на что я способен, даже больше. Ждите на турнире хорошего, зрелищного боя. Меня зовут Жора Копян. Увидимся 6 августа.